Прикол вообще, я, короче, первое видео, которое сделал, типа, путешествие на глубину, я там доплыл, да, ну, кто его не смотрел, посмотрите, прикольно. Вот, доплыл, короче, до определенного места, вот, до края карты, и все. В общем, я понял, что дальше плыть нельзя. Ну, я как сейчас, короче, слушал музыку, ну, не то, что в GTA по радио, а вообще себе включил музыку на компе, и стал плавать, плавать. И в итоге я, короче, плыл до определенного, до очередного, только не угла карты. Вот, короче, у нас, смотрите, значит, вот у нас карта, да? То есть в первом видео я плыл в самый правый верхний угол, во. Все. Дальше у нас нельзя двигать. Вот, я туда заплыл, и все, короче, и пипец. Ну, короче, посмотрите, кто не видел первое видео. Вот, потом я... Вчера я слушал музыку, я плыл вот так вот дальше. Но я это уже не записывал. Вот, вот как я плыл, вот так. То есть я без записи, я не плыл в другой угол. Я потом потом как-нибудь запишу видео, сплаваем в другой угол, посмотрим, что там. Будет ли в том углу то же самое, что было в левом углу или нет. Вот. Но я вчера просто плавал вот так вот сюда. И тут я закончил. То есть даже в другой угол я не плавал. Сегодня я что сделал? Я, короче, включил музыку и поплыл уже не наверх по карте, как в первом видео, а вниз. И опять же, я в угол не плавал. Я старался придерживаться как можно ближе к берегу. И вот я так плыл, 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 и в итоге я остановился здесь. Это где аэропорт. Вот. А тут уже все. Конец карты ниже уже не пускает. То есть можно сдвинуться в угол налево. Ниже уже нельзя, все. Вот, все, ниже нельзя. И налево все, больше нельзя. Может только вправо и наверх. То есть все, вниз уже не двигается. То есть тут уже конец карты, все. Ниже уже нет ничего. Я думал то, что если я сейчас поплыву туда вниз, куда уже нельзя двигать, то со мной произойдет то же самое, что со мной было в первом видео, когда я заплыл, да, что там, вот, в бездну, короче, попал. И нет, нифига, смотрите. Вот, значит, вот конец карты, все, ниже двигаться нельзя уже. Все. А смотрите, внизу, видите, стрелка мигает. Во. Видите? Стрелка внизу мигает, это где я нахожусь. То есть, тут уже все. Я сейчас... Ну, видно, да, вам? Блин, вообще прикол, короче, куда я заплыл. То есть вот. Вот уже конец карты. Все, уже нельзя вниз. И я все равно поплыл дальше. И вот я плыву, плыву. То есть я уже за границу экрана уже уплываю. Давайте посмотрим, что будет. Прикол вообще. Я думал, что опять то же самое. То есть я заплыву за конец карты и пипец. Оказывается, нет. Вот, сейчас запись идет. Вот, короче, прикол вообще. Сейчас посмотрим, если я заплыву, то есть, видите, пока стрелка, пока меня видно на карте, где я нахожусь. Вот. А если я, короче, сейчас уплыву за, короче, за этот самый, за границу экрана, то меня вообще не будет видно. Давайте попробуем. Вот. Видите, тут уже, короче, темно, я весь день плавал. Сейчас у нас сколько? 23:31, я где-то в 8 утра, или в 6, или в 8 вышел, и вот до сих пор. Прикольно, да, видите, уже темно. А глубина внизу показывает, что там 249 метров. Вот было 248, сейчас 249, 250 уже, 249. Вот. А в том, в первом видео, когда я заплывал тоже в конец карты, там было тоже где-то около 300 метров. Вот. Вот, я, короче, уже все уплываю за карту. Тут даже если повернуться назад, камеру повернуть, уже даже острова не видно, в котором игра происходит. Уже все. 250 метров. Ну вот, все, я уплыл. Видите, все, стрелки на карте нету. То есть я вот начинал вот отсюда и прям вниз плыл по карте. Прям вниз. Вот аэропорт. И прям вот туда. Все, я там, короче, пропал, короче, все. Вообще, да, прикол? И как я теперь обратно вернусь? Я не знаю, где остров теперь. А, я знаю, можно точку поставить вот здесь.
Вот, она у меня будет. Вот, то есть все, я уплыл. То есть я могу развернуться и плыть туда, где точка показывает, это откуда я. Не знаю, давайте еще немножко проплывем вперед. Видите, то, что в конце, ну, того видео первого, когда я заплыл в угол верхний, в левый верхний угол за конец, за пределы карты. Видите, тут уже этого не происходит. Даже если вот опуститься чуть-чуть на глубину, например, да, эта подлодка, я заметил, она где-то около 150 метров глубину выдерживает. Если ты опускаешься ниже 150 метров, то она тебе уже пишет, что предельная глубина. Сейчас давайте попробуем опуститься где-то тоже на 100 метров. И я продолжаю уплывать дальше, я продолжаю плыть. То есть я уже все нахожусь за пределами карты. Но тут, по идее, так можно. То есть, видите, я думал, что будет без. Это самое. Как ее? Невидимая стена, дальше тебя не пустят. Вот. А оказывается, что можно плыть без. Смотрите, как темнеет. Ой, блядь! Это я как будто в космосе. Смотрите, смотрите, как темно, вообще ни хрена не видно. О-о-о-о! Пиздец. 70 метров. И уже как темно. Это еще ночь. Видите? 72. Меня опускают, что ли, опять? Сейчас поднимемся повыше. Да, кстати, я забыл сказать то, что я нашел способ, можно выключить свет. Вот тут темно. Давайте еще пониже, пониже. Давайте на 100 метров опустимся, хотя мне стрёмно. Я боюсь глубину, но в то же время она меня привлекает, потому что там что-то неизведанное. Ты не знаешь, что там внутри. Так, значит, я это самое, как его, ну, свет нашел, короче, значит, у меня тут был датчик, который показывает нахождение ядерных отходов. Если этот датчик выключить, то можно управлять светом, значит, вот можно его включить. Это обычное, плюс усиленный режим, и можно вообще выключить. Смотрите, как темно вообще, пиздец. Круто, блин. Вот это действительно глубина нахер. Хотя тут не так много, тут до дна 160 метров, а до поверхности 76 всего. То есть, в принципе, не то, что глубина, просто это дело в том, то, что сейчас час ночи, поэтому сейчас темно и ни хрена не видно, но глубина-то не очень большая. Вот в первом видео там действительно была большая глубина, да, куда меня утянуло прям в бездну. Вот там реально был пипец. О-хо-хо-хо-хо. Ну чё, 52 метра, 50, 49, поднимаемся потихоньку. Ну я не знаю, что делать. Давайте я попробую рискнуть. Я опущусь на максимальную глубину, мне дадут предупреждение, и я попробую подняться. Ну что, все, я уже уплыл, короче, за пределы карты. Все, видите, туда же. Ну вот точка, откуда я приплывал. Сейчас я развернусь. Вот. Значит, вот впереди прямо по курсу точка, откуда я приплывал. Вот, я прямо на нее смотрю. Она здесь. То есть это я, значит, по карте. Это значит, я где-то вот там вот внизу вообще. Давайте попробую опуститься на максимальную глубину. 36, там 170 вроде метров. Сейчас опять темно будет. Я, кстати, да, я в первом видео играл за Тревора, а сейчас я за Франклина. Ой, я совсем забыл. Сейчас я за Франклина. Ой, видите? Прикол, да? Франклин, здорово. О. Как поживаешь, хоми? Нормально? Вот, 120, 130. Франклин там охуевает. Вот, все, 140. Значит, внизу. Вот, 149 метров. Расчетная глубина погружения, вот. А вниз до дна 100 метров.
То есть я по-любому до дна никак не могу, потому что у меня просто подлодка сломается. Вот. А в том же в первом видео меня самого потянуло на дно, да? Когда я доплыл до конца карты, меня самого потянуло вниз, я ничего не мог делать. Ну что, конечно, если я на такой глубине сейчас выйду из субмарины, я, наверное, подохну. Поэтому я сейчас поднимусь на поверхность. Ну, вообще, суть этого видео была не такая, как в первом. То есть, в первом видео была суть именно поплыть до конец карты, да? Исследовать там по дну, поплавать. Вот. А суть этого видео была просто показать то, что, оказывается, нету предела, куда можно плыть. Можно плыть бесконечно за пределы карты. Вот. Так что, в третьем видео я уже буду по дну. Но тут где-то говорят, есть НЛО, плюс еще на дне всякие интересности есть. То есть вот это я не записывал, как я плавал. Ну там, в принципе, ничего интересного нету. Вот тут вот гонки у нас на катерах можно попробовать. И в этом углу, вот в этот угол сплаваем тогда уже на видео в следующем. Вот. А сейчас я просто, видите, хотел показать, что, видите, бесконечно можно плавать. Сейчас я поднимусь на поверхность. Не знаю, мне интересно всегда была подводная тема, и когда я в GTA узнал, что есть подлодка и большой океан, то я аж охренел. Поэтому я так и хотел подлодку. О, дождь даже идет, смотрите. Ну что, выходить? Я выхожу. Смотрите, прикол. Где подлодка? А, ее уносит. Прикольно. Я хочу встать на нее, постоять на ней. Видите, ее уносит течением. А, подожди, куда ты? А? Я не могу ее догнать, она уплывает. Треугольник нажал. Я нажал треугольник, но он не может ее догнать, ее течением уносит. Пиздец. Блять. Франклин, сука. Быстрее плыви. Вот, догоняю, догоняю. Нет, все равно уносит. Я не могу ее догнать. Ай, бля. Давай, 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 давай. О, да. Треугольник, треугольник, забирайся внутрь. Давай, 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 давай. Ну, блядь, ну что он не может залезть-то на нее? Я же уже рядом был. Блядь, тормоз тупой. Вот, я рядом с ней, нажимаю на треугольник. И он не может в нее залезть. А если мне попробовать ее как-то оплыть? Вот так. И остановить ее. Ее же уносит течением. Во-во-во. Во, она прям на меня идет. Треугольник нажимаю. Треугольник. Ну забирайся. Вот видите, он на нее не забирается. Во, наконец-то забрался, блин. Еле-еле. Опять эта хуйня включилась. Да не нужна мне. Ну что будем делать? Понятно то, что я уже, это уже далеко плыть обратно. Я сколько, минут 15, наверное, потратил, чтобы заплыть сюда. Конечно, что я все эти 15 минут обратно возвращаться не буду. Тогда выход один, или себя убивать и начинать на берегу опять, или выходить из игры. М
А нельзя никакой самолет вызвать, чтобы он мог сесть на этот самый, на воду и меня подобрать? Нет. И причем прикол, я на любой глубине даже, вот я специально опускался на глубину, проверял. В любом месте под водой, на любой глубине я могу заходить в интернет и смотреть, короче, все. То есть интернет вообще на любой глубине работает. Интересно, а можно такси вызвать? Такси сейчас под водой. You got any cabs available? А! Unfortunately, we got no cabs Нет. available at the moment. Can you try again later? Нет, такси под водой не дают. Прикиньте, Франклин на глубине звонит и говорит, я хочу такси. А где вы находитесь? Я на глубине там 100 метров. Че, говорит, ебанутый, что ли? О, служба спасения, может. Давайте попробуем службу спасения. Служба спасения. Ну-ка. Интересно, что ответить. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Пожарная? А я не знаю чего. МЧС нету? Чтобы меня достали отсюда. Давайте попробуем пожарную. Thank you. The fire department are en route to your location. Это самое. Она сказала, что на мое местоположение... А перевод был по указанному адресу. Какой адрес? Адрес это... И перевод был такой, что имеется в виду, что... А, вот, смотрите, уже день, мы всю ночь проплавали. Имеется в виду, что этот самый адрес, то есть дом какой-то на улице. Вот. А локейшн это местоположение, то есть оно может быть где угодно. То есть, видите, перевод неточный. Вот. Ну, конечно же, понятно, что сюда никакие пожарные не придут. Я говорю, вызвать какой-нибудь самолет, блядь, чтоб меня подобрали. Прикол. Все, больше нельзя вызвать. Кому бы позвонить? Лестер. Не знаю. Сохраниться можно. Фотку. Нет, сфотографировать нельзя. Список настройки. Ну-ка. Точно. Я сейчас, например, на Майкла переключусь. А потом обратно, короче, на Франклина. И смотрите. И посмотрим, что Франклин будет. Как он выберется отсюда вообще. За пределы карты вообще уплыл нахер. Блин, а я придумал, что можно сделать. Смотрите, я за Франклина уплыл вот туда вниз, да? Можно, короче, взять... Опять пойти на пристань, взять подлодку. И поплыть туда искать Франклина. Но это будет очень долго. Это я где-то минут... Я около часа, наверное, потратил. Да, около часа или даже больше. Чтобы вот с этой пристани в самый низ поплыть. Да, больше часа. Я слушал альбом там, вот, группу. Потом еще что-то слушал. В общем, короче, да. Так что это мне потребуется очень много времени. Нет, так что это не вариант. Или если взять какой-нибудь самолет. У меня тут ангар был с самолетами. Какой-нибудь самолет взять и полететь туда. Можно переключиться опять на Франклина и посмотреть, где он вообще. Ну, наверное, он же как компьютер, наверное, сейчас игра его сама переместит, хотя посмотрим. Нет, он так и остается за пределами карты, вы посмотрите прикол. А он вышел из-под лодки. А там акула, она его сейчас съест, дурак. Там акула, дебил. Возвращайся в лодку. Блять. Сука. А-а-а! Опять не могу лодку догнать, ее опять уносит. Сука, да что ж такое? Там акула, блять, дурак. Блять.
Во, фу, слава богу. Пиздец, а то я сейчас пересрал, думаю, сейчас сожрет меня. Где она? Вон она, сука. Сука, челюсти ебаные нахуй. Не, все равно он далеко, видите, его даже на радаре не видно. Не, ну вот дебил, а? Вышел из лодки, а там акула. Хоть бы мне показывали, сколько метров у меня до берега, а ж ничего не показывает. Я за пределами карты. Ну что делать, я не знаю. Я думаю, надо, короче, загрузить игру с последнего сохранения, которое было у меня вчера ночью, и все. Потому что сейчас я уже ничего не смогу сделать тут. Не, ну я, нет, единственный вариант это приплыть обратно, но это очень много времени потребуется. Полчаса, что ли. То есть обратно вернуться на остров, ну, вот и все. Это единственный вариант, а что еще делать-то? Акулы еще сзади. Сейчас я минут 5 поплаваю. Если я за пределы карты так и не вернусь, то тогда я выключу. Видите, далеко за пределами карты акулы, оказывается, водятся. Но мне кажется, они просто появляются случайным образом. Это как машины, ты уже можешь любую машину встретить, да? Ой. Хотя нет, есть определенные места, где, например, только грузовики едут. Есть определенные места, где только скоростные машины. Вот, просто это самое. Акулы, мне кажется, случайным образом появляются. Вот. Стрелка внизу, все, я появляюсь на карте. Ну что, ладно, я тогда сейчас доплыву до острова. Все, выйду на сушу. И в следующем видео уже тогда поплыву. Вот, я уже на радаре появился. Вот, и в следующем видео, наверное, уже тогда поплывем в другой угол, вот в этот. Хотя, прикиньте, как я в него поплыву? Если у меня... Во-первых, подлодка у нас находится только здесь. В первом видео я плыл в этот угол, да? Потом я хотел поплыть в тот. Но без записи я сплавал только сюда. Оставил подлодку здесь. Но потом она исчезла и появилась все равно именно вот тут вот. То есть, по-любому, подлодка только в этом месте появляется. То есть, мне понадобится час, чтобы сплавать обратно сюда. И тут еще угол. Я не проверял, что тут. Бездна опять будет или что. То есть, потребуется даже больше часа, полтора часа это точно, чтобы сплавать сюда. И плюс потом еще неизвестно сколько, чтобы сплавать в другой угол. Это, блин, конечно, неудобно, что они так сделали. Можно было бы подлодку в любое время вызвать, например, как по телефону, да? Или у меня другой вариант есть. Есть еще другой вариант. Смотрите, подлодка все время появляется там на пристани, да? Что-то я вижу, меня опять на дно тянет почему-то. Нет, сейчас нормально. Подлодка появляется все время на пристани. Можно что сделать? Сейчас покажу. Правда, это очень дорого, мне нужно
игру до конца пройти, там будет денег много на последней миссии. Значит, я могу через интернет путешествие in транспорт купить вот этот вертолет Cargo Bob, он стоит 2 миллиона 200. Вот этот вертолет, он может под лодку поднять и куда хочешь отнести. Так что я его куплю, слетаю на пристань. Или его можно спиздить с военной базы, как мы делали вон на Кула. Как мы делали в одной миссии. Вот. Да, взять этот вертолет. Все. Прилететь на пристань. Взять подлодку и в любое место уже ее сбросить. Потому что я говорю, плавать даже вот вниз карты, это мне очень много времени понадобилось. Полтора часа плыть на подлодке. Вот. Ну все, видите, я уже постепенно приближаюсь к острову. Я до туда доплыву, сохраню игру и в следующем видео уже... Хотя нет, я не знаю, как сделать. В общем, я подумаю. В следующем видео мы, наверное, будем искать вот эти штучки, ядерные отходы. Вот. Так будет интереснее, чем просто так плавать.